Поднябесная стала ближе до Могилева. У музея Павла Масленникова майстер-класс для будущих мастаков провел один из лепших живописцев Китая Ао Тэ. Это стало одной из отметностей сёлетнего международного пленера в образ родимы у выявленшем мастерстве. Шоу «Крисова бумага, пензель з вовчі поусті» – незвиклі і цікаві інструменти китайського майстра. Ао Тэ уваходить у топ-10 ліпших мастаков Поднябесної. На пленер в образ радіми у виявленчому мастацтві він приїхав уже у другий раз. Основні теми живопису мастака – морські хвалі і тигри. Менавіта гэты вальяжний трапежник і став головним об'єктом майстер-класу від спадара Ао Тэ. Цікаво тое, що картина отрималася у режимі нон-стоп літерально за годину. Больше всего мне нравится рисовать тигров, потому что тигр – это олицетворение мужества, мудрости и силы. Главная мета встречи – познакомить могилевчан с особенностями китайского живопису. Для китайских гостей удел пленера – это возможность не только больше познать белорусское мастерство, но и культурные традиции нашей страны. Беларусь и Китай далеко расположены друг от друга, представляют разные культуры. Да, язык может быть разным, но если общаться языком культуры, то он одинаковый у всех народов. Ирина Бродиловская, Виталь Вопсил, новин регион.